Один из специальных гостей фестиваля «Мир Сибири» уже прибыл в Красноярск. Это Лафрейс Ки, женщина-композитор и музыкант из Нью-Йорка. Она играла в самых известных концертных залах мира, Карнеги-Холле и Бруклинской академии музыки. А теперь выступит и в нашем краевом центре. Лафрей приехала за 2 недели до концерта, чтобы отрепетировать номера со своей командой. Коллективом студентов Красноярского колледжа искусств. С ними американская барабанщица работает уже несколько лет. Пересылает через интернет музыкальные партии, а раз в год приезжает в Красноярск. Цель – объединить музыку разных народов. Мы скомбинируем наши традиционные музыкальные стили, то есть мои американские традиции. Это блюз, джаз, рок, хип-хоп с энергией русского фольклора. Это очень интересное музыкальное сочетание, оно очень меня вдохновляет. Больше нигде в мире нет такого звучания.